Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы продолжаем вас знакомить с новинками от компании Hytera. В этот раз у нас на обзоре будет автомобильная станция HM785. Это фактически сейчас один единственный вариант из мобильных станций, потому что TM600-610 сняли с производства, MD615 вроде как еще партии будут, но тоже в прайсбуке их уже нет, поэтому вот эта станция заменяет MD785 модель и MD615 модель. Серия это 700 с буквой H, да, впереди, то есть новая линейка. Есть носимые станции HP, обзоры на которые мы недавно сделали, и вот HM мобильная либо базовая станция. Так, работает она либо в аналоге, либо в DMR Tier 2, до Tier 2, но Tier 1, Tier 2. Если нужен Tier 3, то придется докупать лицензию. По модификациям есть два варианта по частотам, то есть 136-174, либо 350-470 МГц. Два варианта есть по мощности, либо 25 Вт, либо 45 в верхнем диапазоне, 50 Вт в нижнем диапазоне. И также есть еще разбивка по комплектации модулями GPS и Bluetooth. То есть есть вариант без модуля данного GPS и Bluetooth, и есть вариант с модулем. Сразу скажу, разрыв в цене между вариантом с Bluetooth и без Bluetooth достаточно большой, больше, ну, почти $100 разница. А у Motorola, я напомню, была разница в цене менее значительна, где-то около 30 евро была разница. Здесь Hytera поставила больше. Вообще по стоимости получается, что вот данная модель, если ее сравнивать с Motorola DM4600E, да, тоже с цветным дисплеем, станция 25-ваттная и без GPS, она, соответственно, если 4600, да, то Hytera получается даже дороже, и причем прилично дороже. И она также дороже, чем новая линейка от компании Kenwood. Это NX1700, либо NX1800DE. То есть тоже цифровая станция, которая может работать в DMR и в аналоге. Так, Hytera получается тоже подороже ее. Но все цены, если вам интересно, задавайте их в комментариях, либо пишите на электронную почту, потому что официально показывать стоимость станций на сайте нельзя. Теперь начнем, как обычно, тогда с комплектации. У нас версия сегодня на обзоре специально будет с Bluetooth-модулем, для того, чтобы посмотреть, чем они отличаются. Ну и комплектация тоже несколько отличная от обычной станции, поэтому взяли на обзор именно более функциональную модель. Ну все, начинаем тогда с комплектации. Так, смотрим комплектацию. Идет прием-передатчик, идет скоба металлическая, набор креплений, то есть микрофонная скоба, барашки, запасной флажковый предохранитель и набор саморезов для крепления скобы станции и скобы микрофона. Дальше идет кабель питания PWC-10 с флажковым предохранителем по плюсовому контакту. Ну, этот кабель, в принципе, у других мобильных станций тоже повторяется. Вот такая у него соединительная колодка. Дальше идет ручной микрофон без номера набирателя. Называется он SM16A1. Тоже он знаком по другим станциям. У него разъем 8-контактный, круглый. Подключается, естественно, к передней панели. И смотрите, с комплектацией с Bluetooth-модулем идет еще дополнительно вот такая GPS-антенна на магните. Разъем у нее SMA-вилка на антенке. Вот такая комплектация. Так, теперь по конструкции. Смотрите, интересный очень дизайн у станции.
Вот такая необычная верхняя крышка, крашеный металл, крашеный радиатор у нее, передняя панель. Здесь вот регулятор громкости, он же переключатель каналов. Это микрофонный разъем, заглушенный с завода, вот такой вот, таким уплотнительным резиновым. Так, аварийная кнопка, цветной у нас дисплей. Включим потом, увидите, как он. Но он похож на станцию HP-785, то есть разрешение у него приличное. Но сейчас увидите все. 4 программируемые кнопки, кнопки навигации, кнопки по меню работы, ну и кнопка принятия вызова, кнопка отмены вызова и кнопка включения питания. Здесь у нас стоит динамик на передней панели, и он очень громкий. То есть тоже мы сейчас его громкость замерим, но у этой серии прямо вообще громкость поразительно высокая. Так, с боков у нас стоит отверстие для крепления скобы. И сзади, смотрите, разъем антенный, BNC розетка, колодка для подключения разъема питание. Так, здесь под заглушкой у нас находится аксессуарный разъем 26-пиновый. Сюда подключается, например, дополнительный динамик. И можно снять контакты для управления и приемом, и передачей. Ну, то есть наподобие Моторолы. Дальше, ниже у нас стоит SMA-розетка. Этот разъем используется для подключения GPS-антенны. В версиях без GPS, видимо, этого разъема не будет сзади. И разъемчик для подключения сетевого кабеля Ethernet RG45. Вот такой конструктив. Переходим тогда к управлению. Так, ну что, разбираемся с управлением. Давайте, я специально станцию не включил, потому для того, чтобы вы оценили скорость ее загрузки. Нажимаю кнопку питания. Обратите внимание, индикатор зеленый здесь, вот вокруг ручки регулятора громкости. Посмотрим. Первый. Ну, в общем-то, достаточно быстро станция грузится. Так, начнем тогда с этого регулятора. Да, он у нас меняет громкость. И по нажатию, так же, как и у носимых станций, как и у носимых станций, он меняет активный канал. Ну-ка, подождите, я... Первый. Да, от регулятора зависит звук от озвучки, но прямо очень он мощный. Смотрите, если я сейчас на полную громкость поставлю... Да, прямо ухо режет, такая огромная громкость у динамика. Хотя по самим вырезам и не скажешь, что он большой по диаметру. Так, смотрите теперь кнопки. Естественно, что аварийные, что вот эти 4 функциональные, они могут быть запрограммированы через ПО как вам угодно. По умолчанию показываю, что запрограммировано на данных кнопках. Аварийная кнопка. Никак не запрограммированная. Следующая. Давайте я, кстати, Четвертый. На аналоговый канал переключусь, потому что тут одна кнопка именно для аналогового режима. Так, P1 переключает мощность. Пока низкую поставлю. Вот значочек L горит для низкой мощности. Дальше P2 переключает уровень шумоподавителя. Следующее, P3 не запрограммировано, P4 не запрограммировано. Для того, чтобы войти в меню, так, ну-ка, эти, кстати, да, кнопки вверх-вниз тоже не работают на переключение каналов, именно надо все-таки нажимать на регулятор, здесь это не предусмотрели. Так, теперь вперед-назад, грубо говоря, эта же кнопка служит входом в меню. Нажимаем, получаем следующие пункты. Давайте я смещусь, чтобы было покрупнее. Экран, естественно, не сенсорный. Так, выход у него достаточно быстрый, видимо, около 5 секунд стоит. Так, смотрим
основные. Но вообще все похоже на серию HP 700-ю, 600-ю, поэтому здесь сильно останавливаться не будем. Так, заходим, основные настройки, например, да. Язык, дисплей, дата, время, микрофон, динамик, выбирается там внешний или внутренний использовать. USB путь. Ну и все, кнопка верхняя служит для выхода обратного. Так, здесь у нас настройки вызова, заходим. Мощность опять же регулируется, шумоподавитель, либо компандер можно включить. Так, безопасность. Здесь у нас скрэмблер можно на аналоговом канале включить. Пароль переключения и одинокий работник. Дальше, ну и информация об устройстве ясна, информация о радио тоже, информация о сети. Дальше, профили, опять же, для помещения, для внешней работы какой-то можно задать свои, сканирование, GPS, соответственно, включено оно и можно отобразить текущее положение, но он еще у нас не принят, насколько я понимаю, потому что мы в помещении находимся. Так, версия Bluetooth, поэтому есть пункт меню Bluetooth и выбор зоны. Соответственно, зона первая, зона вторая выбирается. Ну, естественно, может их быть больше, если вы запрограммируете количество каналов больше. Эта красная кнопка служит для выхода из меню. Ну, то есть, вот такое все простенькое. Все пункты меню, естественно, тоже можно через программное обеспечение что-то добавить, что-то, наоборот, включить, чтобы пользователю были они доступны. Но качество дисплея похоже на 785-ю станцию, на Симу, HP 785-ю я имею в виду. То есть, разрешение высокое, пикселей фактически не видно. То есть, дисплей качественный, но и работает он достаточно быстро. Переходим тогда к измерениям. Выходную мощность сейчас замерим. Так, ну что, давайте будем проверять тогда выходную мощность. Сначала проверим в режиме малой мощности. То есть вот L у нас горит. Частота, кстати, 410 МГц. Так, смотрим. Вся шкала, я поставил 30 Вт. Соответственно, надписи снизу, риски наверху. Включаю. Так, и нажимаем на передачу, малая мощность сначала. Так, давайте 10. 1,3 ампера она потребляет. Ну вот, 1 ватт я включил, да, 1 ватт. 0,9 ватта мощность. Это режим малой мощности. Я не знаю, пороги регулируются или нет, надо смотреть в программе, но на малой мощности 1 ватт всего. Так, теперь высокая мощность. Ставим здесь. У нас, напоминаю, версия 25-ваттная, поэтому смотрим на большой мощности. Сколько? 30 ватт шкала. Так, 21,5 ватт. 21,5 ватт. Потребление 5,4 ампера. Так, ну что, давайте проверим чувствительность и избирательность тогда. На 410 МГц будем проверять. Так, ставлю я сначала нормальный уровень шумоподавителя и смотрим. Тогда будем подавать 410 МГц. Частотная модуляция. Так, давайте нам немного загрубим, конечно, где-то до 130. Так, включаем модуляцию, включаем высокочастотный выход генератора. Так, вам, наверное, будет плохо видно, да? Давайте-ка я приближу тогда. Так, все равно рукой закрываю. Давайте вот это я буду
рукой. Так, смотрим, в общем, увеличиваем амплитуду. Минус 122 dBm. Все отлично, даже на нормальном уровне. Давайте я, если хотите, еще открою тогда его. На открытом шумодаве даже минус 125 dBm он принимает. Но будем тогда нормально сейчас для избирательности ставить. Соответственно, минус 122 dBm при нормальном уровне шумодава. Так, еще давайте я покажу, если пользователю оставить возможность выбора уровня шумодава, то на какая чувствительность будет при грубом шумоподавителе, ну то есть на высоком уровне шумоподавителя. Давайте я продемонстрирую вам это. Так, напоминаю, что при нормальном уровне было минус 122. Он, кстати, отображает, станция, что уже есть какой-то сигнал. Видите, ручка становится зеленой, но шумоподавитель не открывается. Смотрим. Так, еще раз, минус 90, да, было там. Минус 83 dBm. Ну, то есть имейте в виду, что если пользователю оставить эту возможность и загрубить шумодав, то, возможно, полезный сигнал он тоже перестанет принимать, потому что аж на 40 дБ почти падает чувствительность приемника в этом случае. Так, давайте тогда я ухожу помехой на 10 кГц. И от минус 122 будем отсчитывать тогда, как быстро откроется приемник станции от большой помехи, отстроенной на частоте 10 кГц. От частоты несущей. Минус 36 dBm открылся от помехи. То есть, так. Получается 64 и 22, да, 86 единиц при 10 кГц. Так, ну что, давайте проверим громкость тогда и оценим качество приема сначала на аналоговом канале. Прямо меня пугает, конечно, громкость. Я боюсь, вот у данного шумомера предел 130 дБ. Как бы станция это не превысила предел, потому что, ну, очень громко она работает. Давайте сначала в аналоге, то есть вот громкость на полную. Так, фиксируем максимальные показания и проверяем. Принимаем на радиостанцию Хайтера H7585, аналоговый режим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну да, фактически станция в аналоговом даже режиме достигла порога измерения шумоподавителя. Давайте я тогда сейчас переключусь в цифру. 4, 5, 6. Но вот потом мы еще и качество приема все-таки отдельно оценим, потому что на такой громкости, ну, явно забиваются все микрофоны видеокамеры нашей. Так, смотрим, давайте я опять фиксирую, теперь в цифре передаю. Принимаем на радиостанцию Хайтера H7785,
цифровом режиме DMR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну а теперь оценим качество приема. Смотрите, громкость я ставлю на 3 единички. Я думаю, этого будет достаточно. Напоминаю, что вся шкала у нас доходит до 16 единиц. Так, ставим тройку и принимаем. Цифровой режим. Принимаем на радиостанцию Хайтера H7-785 в цифровом режиме DMR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну и теперь давайте в аналоговом канале. 5, 4, 3, 2. Принимаем на радиостанцию Хайтера H7-785 в аналоговом режиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Хайтера H7-785 в аналоговом режиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это Вива Телеком. Передаем с радиостанции Хайтера HM-785 в цифровом режиме DMR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрите, теперь с Bluetooth позанимаемся. Заходим в меню. Я вам еще одну строчку меню не показал. Там контакт, сообщения и журнал вызовов. Я тогда не сместился в первый раз. Так, смотрите, переходим в Bluetooth. Будем использовать гарнитуру от радиостанции Arguta 11. Недавно у нас был обзор на канале. Там вот такая гарнитурка идет в комплекте. Почему мы ее взяли? Потому что у нее есть кнопка передачи на гарнитуре. Сейчас посмотрим, как это все... Ну, будет ли работать кнопка передачи у этой гарнитуры. Включаем Bluetooth. Ну, то есть поиск я уже осуществил. Соответственно, да, гарнитурка соединяется со станцией. И теперь смотрите. То есть появляется значок соединения Bluetooth. Видно, наверное, да? Вам сейчас я поближе поставлю. Вот он сверху. Буковка B такая перечеркнутая. И мигает индикатор на регуляторе громкости синим цветом. То есть теперь звук выводится на гарнитуру. Но вот смотрите, к сожалению, кнопка PTT, вот я ее нажимаю, она с данной станции не работает. То есть кнопка PTT не работает. Прием же работает нормально. То есть сейчас я вот... давайте на аналоговый канал нужно перейти, что мы... Ну, я вот уже слышу, что она работает. Вот, шумодав я сейчас выключил. Так, регулировка, к сожалению, громкости тоже управляется только на гарнитуре, потому что здесь влияния нет. То есть только кнопки на гарнитуре прибавляют громкость. Ну, сейчас вот я поднесу гарнитуру, надеюсь, вы услышите, что шумодав открыт. То есть гарнитура сторонних производителей Bluetooth подключается, но в каждом конкретном случае, если у нее есть кнопка передачи, то, конечно же, нужно будет проверять. Вот у Arguta, конкретно у Arguta A11, гарнитура на передачу не работает. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по модели HM-785 от Хайтеры. Смотрите, один нюанс я важный упустил. Вот в комплекте с станцией, у которой установлен модуль GPS и Bluetooth, идет антенна DAMA 1590 AT42. Интересное название, почему DAMA. В общем, она и GPS, и GLONASS, и модуль здесь тоже по умолчанию и GPS-спутники принимают, и GLONASS-спутники. Это наверняка сейчас, конечно, становится актуальным, вот это разделение, ну или наоборот, комбинация и GPS, и GLONASS.
Так, теперь по поводу недостатков. Хочу я отметить следующее. Стоимость все-таки дорогая очень станция, и тем более альтернативы пока нет без дисплея, чтобы удешевить. Поэтому, да, станция стоит дорого. Если брать тем более с модулем GPS и Bluetooth, то она еще существенно дороже выходит. Ну и также, как я сказал и про серию HP носимые, тоже дополнительные лицензии стоят приличных денег. То есть, если вы хотите шифрование 256 бит, то нужно будет доплачивать. Tier 3 хотите, да, DMR, то тоже нужно доплачивать приличную сумму. Хотите, кстати, работать с картой памяти, я слота, кстати, для карты памяти не увидел. Видимо, нужно будет крышку вот эту верхнюю снимать, чтобы добраться до слота, потому что нигде внешнего доступа к карте памяти я не вижу. В общем, если хотите карту памяти поставить microSD, то нужно тоже доплачивать за лицензию. В остальном же, в принципе, недостатков мы не увидели. Ну, единственный нюанс, да, вот этот дизайн, он является, конечно, очень современным, но в ячейку 1DIN вы ее, похоже, не поставите, потому что я не увидел в прайсбуке никаких креплений, кроме вот этой скобы, которая в комплекте идет. Крепление в панель я не увидел. Пока, по крайней мере, Хайтера не выпускает. Иногда это тоже актуально поставить, именно вмонтировать в панель. Здесь, то есть, необычный такой корпус, и крепежа, похоже, пока не предусмотрено. Дальше. По поводу теперь преимуществ. Супер громкий динамик. Он у нас впервые вообще какая-либо из станций превысила порог измерения шумодава, то есть больше 130 дБ. Хотя вот динамик таких небольших габаритов, мы помню, даже снимали отдельный ролик по станции, там надо было заказчику увеличить громкость в цеху, и мы подключали мобильную станцию с выносным динамиком, так там была громкость всего лишь, ну, что-то около 125 дБ, здесь еще на 5 дБ больше, ну то есть реально громкость просто бешеная. Это, конечно, удивляет у такого маленького динамика. Причем заметили, что искажений особых нет. То есть это микрофоны перегружаются, так речь звучит вполне качественно на такой громкости. Дальше. Дисплей современный. Соответственно, пикселей не видно. Вполне быстро, причем работает вся система и грузится. И по меню навигация происходит быстро. Поэтому тоже это является плюсом. У более ранних моделей, от той же, например, Motorola, конечно, все работало медленнее значительно. Ну и система шумоподавления здесь. Я вот в HP 785 ролик, когда выйдет, посмотрите. Я, кстати, ссылку дам, там тоже некоторые полезные вещи есть. Система активного шумоподавления тоже прекрасно работает. В этой станции наверняка это тоже есть, тоже запишем это в плюс. Ну и все, по чувствительности, по избирательности проблем нет. По поводу измерения мощности 21,5 Вт, там, возможно, регулируется порог, так же, как и у Motorola, можно задать значение низкого порога мощности и высокого, поэтому здесь проблем никаких нет. По чувствительности, избирательности проблем нет. 5,4 ампера станция потребляет на высокой мощности, тоже, может, кому-то это важно. Ну и все, в общем-то, в остальном все хорошо, никаких проблем я не вижу в ней. Больше все отлично, станция нам понравилась, поставим мы ей, в принципе, ну, из-за стоимости уж, наверное, балл снижать не будем, потому что сейчас, в принципе, все равно, фактически, станция, если брать профессиональную станцию, вот такого высокого уровня, то у нее и нет конкурентов в России, поэтому за стоимость снижать балл не будем, поставим мы ей 5 баллов этой станции. Все тогда, у кого вопросы по ней есть, по поводу Bluetooth, да, ну тут тоже вины
родная наверняка будет работать. Там причем вручную выбирается устройство передачи, устройство приема, поэтому родные гарнитуры, естественно, будут работать. Стороннюю мы взяли дешевую гарнитуру, она и не обязана была с этой станцией работать, просто для интереса мы проверили. Поэтому здесь тоже балл снижать за это не будем. Ну все, у кого вопросы есть, задавайте в комментариях, подписывайтесь обязательно на канал, нам это важно. Ставьте лайк, кому видео было полезным или понравилось. Это Вива Телеком. Всего вам доброго. До свидания.